Сегодня в Петрозаводске суд огласил приговор священнику, который в декабре прошлого года насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. За резонансным делом следила вся страна. Иван Петунов, будучи, как установило следствие, пьяным, тогда также столкнулся с двумя машинами, а после скрылся с места происшествия. Свою вину он признает лишь частично. Решение суда – 4 года колонии и поселения, лишение водительских прав на 3 года и компенсация в 1 000 000 рублей родственникам погибшей. Но главный вердикт для священника еще впереди. Вопрос о крайней мере церковного наказания, снятия сана, в ближайшее время должна принять патриархия.